Всем привет, друзья, с вами Неломок. Мы сегодня играем в Roblox, в симулятор пчеловода. Мы сегодня будем собирать опять пыльцу и будем делать от нее мед вкусный-привкусный. Прежде чем мы начнем, мы сразу же бежим к этой банке, забираем свой ежедневный бонус в 500 меда. Да, 500 меда мне дали. Так, еще мне писали в комментариях, ребята, что я наконец-то... вот видите, у меня уже закончен один квест по этим самым, по жукам-носорогам. Писали мне, ребята, по поводу этой рогатки, что у меня уже хватает моих, моих пчелок, чтобы я ее воспользовался. Давайте сейчас попробуем. Что это нам даст, когда я нажму букву Е? Ух ты, куда меня стрельнуло? Крутяк, то есть мы можем, когда у нас 8 пчелок, мы можем быстрее добираться до сюда сразу. Не бежать долго и нудно, а сразу сюда взять, опа, и прилететь. Главная цель сегодняшнего ролика, нам купить нужно новый инструмент, а именно я хочу купить вот такую палку, такой жезл. Называется он пульсар, будем сегодня мы копить. Надо 200 тысяч пыльцы, у меня 144, маловато будет. Первым делом я хочу, наверное, начать добычу свои пыльцы с этого поля. И эту саранчу мы сейчас победим. Мне поправили, ребята, сказали, что я это у нас не это самое, не сороконожка, что это не какой-то не другой жук, а это именно. Ой, короче, убегаем от него. Сейчас он меня словит, еще и побьет. Так, вроде бы мы увернулись. Я сразу же добываю пыльцу, получается, и мои пчелки уверенно с ним сражаются. Надеюсь, получится у них его победить, этого несчастного жука. Жука, боже ты мой, когда ты от меня отстанешь уже? Так, нужно его добить, добейте его, конечно же добейте. Чуть-чуть осталось, ну уже, я вас верю, пчелки. Ура, все, он рассыпался. Теперь наша цель, вот, Pineapple поле, то есть ананасовое поле. Мне нужно здесь 35 тысяч пыльцы насобирать. Итак, вперед, поехали добывать. Я добыл 10 тысяч и решил сделать небольшой перерыв. А для чего перерыв? А для того, чтобы сбегать к этому мишке, который у нас находится внизу. Правильно? Вон там, внизу. Я хочу ему сдать сейчас задание свое. Я же добыл сейчас этих жуков-носорогов. Я хочу их ему сдать. И глянуть заодно, что он мне за это дело вручит. А ну-ка, смотрим. Неужели мне даст яйцо? Нет, он мне дал... Комплит. 8 тысяч мне дал пыльцы всего. Ой, меда. Хорошо. Так, теперь нужно 20 жуков победить. 20 жуков. Где это задание? Ага, вот он. Леди Бакс. 20 Леди Бакс. 20 жуков. И 10... И 10 этих... И этих... 10 пауков. 10 пауков. 20... Ой, ну пауки, мы будем долго пауков побеждать, конечно. Это будет у нас очень длинный квест, я так понимаю. Потому что вы же знаете, что пауки появляются один раз в 30 минут. То есть придется нам довольно долго этим делом заниматься, чтобы выполнить этот квест. Но ничего, мы никуда не спешим. Все-таки мы когда-то это дело закончим, я думаю. Так, что-то больно меня бьют. Больно мне. Паук, ну ты уже погибнешь наконец-то. На тебе лопатой по башке. О, все, завалили. Теперь отправляемся в наше поле. Ну, в принципе, по дороге можно еще завалить 2 жука-носорога, потому что у меня есть задание такое на жука-носорога. Я этим не буду брезговать, я решаюсь вступить в бой, только сейчас меня побьют. Надо отдохнуть немножко. Так, прячемся. Вот, давайте, догрызайте этого жука несчастного. Давай. Есть, добили его. Отлично, теперь я хочу снова полететь на рогатке. Мне понравилась эта штука. Я хочу к этой рогатке сейчас добраться и, получается, стрельнуть с нее. Но единственное, что я дело не сделал... Так, о, еще один жук-носорог, сейчас мы его победим. Я не сделал, что я не подошел к серому медвежонку, то есть коричневому, помните, там он вверху находился? Так, сейчас меня побьют. Так, нет, все, победили. Вот там наверху, мне интересно, я его задание взял себе или не взял? Это, по-моему, Spider Field 8000, это, наверное, у него задание, потому что если бы я у него не взял задание, у него бы тогда бы был бы знак восклицания над его головой. Видимо, я его еще не выполнил. Ладно, летим на рогатке. Мяу! Классно. Все, теперь возвращаемся на это поле и добываем дальше пыльцу. Так, осталось буквально 200 пыльцы в этом поле насобирать, и мы закончили. Да, все, получаете, видите, у меня здесь написано complete. Нам осталось теперь с этим полем следующее совершить, а именно дождаться, пока появится новая эта саранча, ее уничтожить через 10 минут, ну и насобирать синей пыльцы. Тут ее довольно мало, поэтому я не вижу смысла здесь оставаться и ее добывать. Нам лучше вернуться на какое-то поле, где ее намного больше. Например, на этом поле. Тут даже есть у нас жуки-носороги, которых мы должны уничтожать.
это раз. Но я помню, что где-то есть поле еще, где больше этой синего, этих синих цветов. А именно поле с синими, как это так называется, Blue Field. Вот, мы можем туда и отправиться, в принципе. Но надо не забывать, что у нас еще есть задание на добычу со Спайдерфилда. То есть мы можем сейчас быстренько здесь дособирать, чтобы у нас было 8000 собрано пыльцы со Спайдерфилда. Все, со Спайдерфилдом мы все завершили, теперь можем смело отправляться к этому медвежонку, который там должен быть уже со знаком восклицания. Только я почему-то не вижу этого знака восклицания. А у того мишки, который коричневый, такой темный, тоже нету знака восклицания. Это все очень странно, ведь я вроде бы выполнил его задание. Brown Bear, коричневый мишка. Спайдерфилд 2. А, есть знак восклицания, то есть мы на правильном пути. Бежим, и заодно сейчас мы победим жуко-носорога и Леди Баксов. Так, и заодно мы тут забираем еще синюю пыльцу, что тоже является нашим заданием. Видите, у меня тут заполняется 35 тысяч надо собирать синие пыльцы. То есть воюем с жуками вовсю и сразу же выполняем свое задание. Вот, теперь мы подходим к этому мишке и сдаем ему и смотрим, сколько мы получим за это бонуса. А ну-ка, мишка, а ну-ка, порадуй меня, пожалуйста. А ну-ка, сколько ты мне дашь? Complete Royal Jelly и 5000. Он мне дал, у меня уже два этих желешки. Две желешки. Так, а что мы здесь можем использовать эту штуковину? Discover 4 Legendary B-Types to Summon Honey Storm. Ну, я не могу. У меня нету сейчас легендарных пчелок, чтобы это исследовать. Тогда меня, скорее всего, подбросит воздух. И я смогу взять эту штуковину. Хорошо, в принципе, что мне хочется сейчас сделать дальше? Надо подумать. Значит, мы должны уничтожить одну эту саранчу. Раз. Потом на синей пыльце. Ага, Blue Poly насобирать много-много. И, в принципе, потом, после этого, мне нужно будет сосредоточиться на этой миссии. Но. Прежде чем я этим займусь, я хочу подбежать быстро домой и сделать себе модификацию своих пчелок. А вдруг у меня какая-то легендарная сейчас появится. Сейчас мы это дело все и совершим. Заодно, пока мы будем заниматься, я буду сдавать пыльцу. Итак, берем первую желейку и смотрим, на куда мы ее применим. Вот у меня как раз осталось две пчелки, которые не модифицированные. Я их сейчас и буду, получается, делать. Так, раз, basic. Хэсти Би получили. Не знаю, по-моему, такая у меня уже была. И вторая модификация. Вот здесь, basic, да? Бамблби, синяя. О, это уже интересно. Почему интересно? Потому что мне нужно было исследовать синих пчелок. Раст, это еще не исследовал. Две не исследовал синих, а две одну вот такую, Бамблби, я только что получил. Это мне очень большой плюс, потому что в будущем я смогу тогда попасть в вот это вот место, где мне нужно было для прохода 4 пчелки, получается, синего типа. Хорошо, сейчас я это быстренько все сдам и отправлюсь дальше на свои путешествия. Знаете что, я сдал, а когда я сдавал, я так задумался, а почему я не взял себе сразу же тут еще одно задание у этого мишки Бурова? А ну-ка иди сюда, давай мне какой-нибудь задание, что он мне даст сейчас. 8000 Спайдерфилд опять мне дал такое же задание. Мы такое уже выполняли, между прочим. Ну ладно. Теперь что я буду делать дальше? Хочу теперь сосредоточиться на синих цветах. Мне нужно добыть, получается, 35000 Blue Pollen. И сразу же во втором задании у меня есть тут тоже есть 25000 Blue Pollen. Поэтому сейчас дуем на синее поле и будем там вовсю добывать. Ну здесь, допустим, много синих цветов. И вот здесь тоже много синих цветов было. Честно говоря, даже не знаю, где мне лучше собирать, там или здесь. По-моему, здесь будет быстрее. Тут еще тем более есть выгодные для меня жуки, носороги, поэтому я к этому полю больше склоняюсь. Так, все ж, с этим полем мы завершили. Синяя пыльца у нас теперь полностью вся собрана, которая нам нужна была для квестов. И теперь нам нужно красные пыльцы добыть. И, конечно же, с этого Спайдерфилда 8000, по-моему, надо было. Да-да-да, который дал нам коричневый медвежонок. Сейчас мы быстренько здесь тоже это все добудем. Так, с паучьим полем мы завершили. Собрали всю нужную нам пыльцу. И теперь можем смело отправляться к нашему коричневому медвежонку, чтобы ему эту всю пыльцу отдать и получить нашу заслуженную награду. Ну и по дороге, конечно же, мы не поврезгуем и повоюем с жуками. Здесь будет наверняка будут эти Леди Бакс, божьи коровки, и один жук-носорог. Вы помните, что у меня тоже есть задание на этих жуков. То есть не надо забывать, что мне по возможности надо их, конечно же, уничтожать, чтобы мы, получается, проходили сразу же это тоже задание. Так, ну давайте уже добейте его, что ли. Все, победили. И теперь сдаем это задание ему. Так, и получаем за это что? Pollen Jelly,
Он дал мне желейку, но у меня больше нету, куда эту желейку использовать. У меня нету больше новых пчел. Неужели разработчик меня подталкивает к тому, что я должен купить себе новую пчелу? Но у меня сейчас это не первоочередное задание. Я хочу сейчас купить себе новую лопатку. Ладно, теперь идем в рогатку, и сейчас мы отправляемся к саранче. Для того, к саранче мы отправляемся, чтобы получается... Так, жук-носорог напал, даже два. А пчелки мои еще где-то сзади. Пчелки, взять их. Отправляемся сейчас к жуку саранче, побеждаем его и выполняем еще очень важное и тяжелое задание, за которое нам должны дать очень много, по идее, меда. Я надеюсь, что его дадут настолько мне много, что мне хватит на инструмент еще и на новую коровку. Ой, на новую пчелку, я хотел сказать. Вот, сейчас мы туда именно и бежим, к этой саранче. Вот, мне всего лишь одну осталось ее победить, и мы полностью выполним это задание. У меня тут все уже зеленое, все выполнено. Осталось только чуть-чуть. Потом к красному полю еще, правда, надо будет идти. А вот и жук-носорог, кстати. И сразу же возле него и эта саранча скачет тут на своих лапках. Пытаются меня все тут покусать. Не трожьте, не ломопа. У меня 37 тысяч пыльцы в рюкзаке, не смейте меня убивать. Вы что, издеваетесь, что ли? Так, отключаем эту штуку, чтобы мне не заграждала вид. Так, пытаемся найти, подобрать угол, чтобы отпрыгнуть, когда она будет совершать прыжочек свой коварный. Саранча. Нет, она на месте почему-то замерла. Не знаю почему, и почему мои жуки ее не коцают. Это самое для меня странное. Я пока что пособираю себе всякие бонусы. Не жуки, боже, ой, боже, это ё-моё, пчелки, кусайте же ее, давайте. Давайте же, загрузите, чё вы ее не бьете совсем, эту саранчу. Саранча проклятая, да когда же ты уже сдохнешь, ё-моё. Уйди, саранча. О, кто-то ее куснул разочек. Еще раз ее бахните. Все, разбили. Теперь мое задание получается выполнено на 100%. Я могу попытаться пойти его сдать. Я думаю, что это у этого Мишки мы брали это задание, потому что оно очень сложное. Да, знак восклицания возле него. Это отлично. Сейчас мы попробуем его сдать. Посмотрим, что нам дадут. Дай мне пчелку, пожалуйста. Дай мне пчелку. Он мне дал, что... Сайнс просто выполнил ли задание, и он мне ничего не дал, кроме как 51 тысячу, мне не хватает еще 40 тысяч, 38, то есть. Берем еще одно у него задание, смотрим, что он от нас потребует. Наверное, много-много всего придется добыть сейчас, еще больше. Значит, мне нужно 8, типа, 25 тысяч Делион Филд, это получается одуванчики, Санфлавер знаем, это подсолнухи, и Блуфлавер знаем, и два паука надо убить. Ой, ну сложно, давайте пробуем эту штуковину использовать. 12 пчелок у меня нету, я не могу ее... Почему? Type is to fire, нужно 12 каких-то там типов. Yellow, the yellow, 12. А у меня сколько пчелок? Не 12 разве? Что-то я обсчитался, что ли? Так, сейчас мы пойдем проверим это все дело. Но точно что я знаю, что я могу сейчас пойти сдать пыльцу, заработать еще немножко денег, и может быть мне даже хватит уже на свой новый инструмент. Я им смогу намного быстрее добывать всякое разное крутое. Например, уже красные у пыльцу мы сможем тогда намного быстрее добывать, если я, конечно же, куплю себе новый инструмент. Все, иду теперь сдавать пыльцу. Фух, я сдал всю свою пыльцу, обменял ее на мед, и гляньте-ка, у меня уже наконец-то есть 200 тысяч у этого меда, и, в принципе, я мог бы купить себе новое яйцо, и оно стоит 53, но этого я делать пока не буду, потому что я хочу купить себе новый инструмент. Благодаря новому инструменту я смогу намного быстрее добывать, получается, собственно, саму пыльцу и получать больше меда, быстрее это все делать. И это для меня сейчас важнее. Для меня самое главное сейчас прокачать максимально свои инструменты, то есть купить их самые крутые. И это моя основная сейчас задача. Так, вот мы куда залетели. Сейчас мы попробуем себе сразу же это дело приобрести. Мотаем. 650 тысяч стоит вот такая бочка. А потом уже только вот такая идет. Парашют пока мы не смотрим. Вот это нас интересует. Сколько парашют стоит? 500. Нет. Вот это стоит 200 тысяч. Вот его я сейчас себе и покупаю. Отличное оружие, отличный инструмент. Называется он пульсар. Так, гляньте, как я выгляжу с этим пульсаром. Ну не великолепно ли? Классно, я считаю. И он еще даже выпускает такой луч, получается, из себя. Такую дымку, как будто бы. Я считаю, что это отличная покупка. Единственное, что мне хотелось бы еще бы проверить, как этот инструмент добывает. Вот, предлагаю вам сейчас посмотреть. Вот мы бьем им по участку земли. И, в принципе, уже можно увидеть, как он много сразу же захватывает. Сразу же, как он много захватывает.
То есть ты им копаешь, 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 и сразу же очень большой участок хватаешь цветков и очень много пыльцы добываешь. Так, что-то жуки слабо дерутся. То есть пчелки, пчелки. Теперь наша задача отправиться на Red Pollen Field и до конца добить это задание. Да, было бы, конечно... О, новый паук появился! Отлично, у меня потому что появилось задание вот здесь, на два красных паука. И во-вторых, у меня появилось еще... Где-то у меня еще задание... Вот, на 10 пауков. На 10 пауков надо уничтожить. Так, а что, он будет оттуда прыгать на меня? Ого, он вышел за предел карты. Паук, ты что-то себе сильно много позволяешь. Ты должен там находиться на цветах. Нельзя тебе выходить за пределы. Куда ты вылез, паучара? Успокойся, успокойся. Тебе нельзя выходить. Не, ну понемножку пчелки его кусает. Кусает, я так, короче, так читерским способом с ним воюю. Все, победили. Теперь тут, вот тут мы должны добывать. О, как мы как много сразу можем захватывать. Но у меня мало жизни, надо как-то держаться подальше от них, а то меня сейчас заклюют. Так, аккуратненько. Может, допустим, сюда наверх запрыгнуть. И смотрим, что сколько мне надо, кстати, таких жуков завалить. А тут нет у меня таких жуков. А нет, есть Леди Бакс, 20 штук. И мне надо сейчас набить 25 тысяч Red Point, чтобы мы завершили еще один квест. Этим я сейчас и планирую заняться. Ну, только еще с одним паукам сейчас справимся здесь. То есть с одной этой божьей коровкой еще несчастной, которая ко мне пристала. Все, теперь начинаем спокойно добывать. Гляньте, какой здоровенный сразу, какой сразу здоровенный кусок. Сколько сразу много клеток мы захватываем, когда этим инструментом работаем. Это просто жесть, я считаю. Все, с этим полем мы закончили. Насобирали 25 тысяч красной пыльцы. И теперь быстренько возвращаемся, получается, к этому нашему мишке. Ой, тут еще Леди Баг на нас напала какая-то. Нам нужно его уничтожать? Надо, 20 штук. Я всего лишь 6 уничтожил. Сейчас они быстренько его заклюют. Все, побили, побили. Все, и теперь мы бежим, получается, к этому мишке, чтобы знать ему задание, глянуть, что он за это нам все дело даст. Кроме того прочего, мы насобирали почти 30 тысяч пыльцы. Я думаю, если сейчас я ее сдам, возможно, мне даже хватит на новую пчелку. Посмотрим. Так, сдаем. Так, что он мне дал? Что он мне дал? Он мне дал золотое яйцо! Ого! Золотое яйцо! Хорошо, еще какое задание? Какое задание еще мне дашь? Я готов еще какие-то задания выполнять твои. Так, 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 так. Где, где, где? Вот это? Вот это, наверное. Бир, бир, бот, бот. Ботани, нет, это, наверное. Ага, White Pollen, красную пыльцу 50 тысяч надо собирать. Круто, мне дали золотое яйцо, гляньте-ка, Golden Egg. Сейчас я себе его куда-нибудь вставлю, ё-моё, я такой довольный. Это очень круто, потому что мне новых пчелок очень сильно не хватало. Сейчас мы себе попробуем вставим золотое яйцо. Так, это мы сейчас сдаем, все, подходим ближе. А золотое яичко, давайте куда-нибудь сюда. А нельзя ставить так высоко? Только сюда, на нижнее поле, выше нельзя ставить. Ну ладно, ставим сюда. Так, Blue Legendary. Новая легендарная, у меня пчелка появилась. Ух ты, круто. Легендарная, первая моя легендарная пчелка. Она как-то по-особенному, видимо, светится. Но это круто, я считаю. Сегодня получилась замечательная серия. И, кстати, если сейчас я сдам, получается, всю эту пыльцу, вполне вероятно, что у меня, возможно, даже хватит на новую пчелку. Но это не точно. Я сдал все, что у меня было, но, к сожалению, мне не хватило для того, чтобы купить себе новую пчелку. Я думаю, что в следующей серии мы уже с этим справимся, потому что у меня она собирала всего 35 тысяч пыльцы, а для того, чтобы купить, нам надо 53. Ну, ничего страшного, это будет в следующий раз. Пока что спасибо вам за просмотр, с вами был Ниломоб, мы играли в игру Roblox в этого фермера пчел, скажем так, симулятор пчеловода. Всем пока-пока.